Добрый день. Меня зовут протоиерей Максим Амельченко. Я руководитель молодежного отдела Одесской епархии. И я хотел бы опровергнуть ту лживую информацию, которая сегодня появилась в интернете, на некоторых сайтах, о том, что благотворительный сретенский бал прошел 20 февраля. Я хотел бы заявить о том, что бал прошел 18 февраля, в понедельник, и был направлен на благотворительный сбор пожертвований для помощи онкобольным детям. Насколько мы знаем, дата, посвященная памяти трагическим событиям на Майдане, 20 февраля. В связи с этим хотелось бы сказать о том и обратиться с просьбой к некоторым СМИ, если вы хотите осветить какие-то события, рекомендуем вам обращаться официально в пресс-службу Одесской епархии, которая порекомендовать сотрудникам СМИ, чтобы более качественнее готовиться к тем новостям, которые вы выпускаете и публикуете на своих интернет-ресурсах. Так как сегодняшняя новость, к сожалению, она подорвала спокойствие и мир среди верующих людей, потому как подобные некачественные новости, они сеют рознь, разногласия и нарушают вот тот духовную стабильность и духовный мир в сердцах людей. Хотел бы, конечно же, поблагодарить всех организаторов и участников этого благотворительного бала. Потому как этот сретенский благотворительный бал, который прошел 18 февраля 2019 года, это настоящее свидетельство единства между молодежи. Единство между людьми. Это свидетельство социального служения. И, конечно же, это свидетельство настоящего патриотизма. Я хотел бы отметить, что все собранные средства с этого вечера в ближайшее время будут направлены на закупку медикаментов, которые будут переданы онкоотделению областной больницы. Желаю всем Божьего благословения и храни всех Господь.